Большой всем привет! Сегодня я вам расскажу об интересном новом проекте, который называется «Край Андромеды» от автора Люка Лури, которого мы знаем по жилищам Эльдервейла. Игру, которой я посвятил довольно много материалов, сейчас я вам покажу. Наверняка, если вы часто заглядываете на мой канал, то увидели материалы по этой игре, которая мне очень понравилась. И я считаю, что это игра своего рода вот такой современной поселенцы Катана. То есть выглядит очень круто, очень наворочено, а игровой процесс при этом невероятно простой для вот такого, такого с виду комплексного творения. Игра очень простая, и она не зависит от скилла игроков то есть то, что нужно для хорошей семейки, так как очень много зависит от кубиков, от пришедших карт и так далее. То есть выглядит как очень крутое навороченное евро, а когда начинаешь разбираться и играть, она превращается вот, ну, в такую практически семейку. На мой взгляд, это одна из лучших таких промежуточных игр между совсем семейкой и гиковскими играми. В общем, мультиплеере она хороша, и это подтверждает и продажи, потому что и первый и второй тираж у него уже было два тиража, просто смели с полок за раз, и сейчас снова ее сложно приобрести. И тут, смотрите, неожиданная вещь от того же автора: Редизайн жилищ Эльдервейла в космическом пространстве. И вот он, один день только идет сбор. И смотрите, уже 4500 бекеров, в общем-то, собрали. Очень-очень круто и много, потому что уже автор зарекомендовал себя хорошим игровым проектом. О чем я хочу поговорить? Ну, показать вам, познакомиться с этим проектом, потому что, наверняка, он может пройти мимо, а это интересно, особенно те, кому понравилось жилище Эльдервиэла. Ну и ответить на вопрос, есть ли смысл вообще в этом проекте, если у вас уже есть жилище и вообще... Действительно ли это просто редизайн? в другом сеттинге или самостоятельная игра. Даже глядя вот на вот эту презентацию на ютубе, вы видите, если вы знакомы, зна, если вы знакомы с жилищами Эльдервейла, вы видите уже похожие места, тоже лотки для фракций, есть много различных карт, вот эти вот квадратики, это замена карт подземелий. Есть миниатюры навороченные, конечно, это не монстры Эльдервейла, но здесь космический сеттинг, все такое, понятно. И тоже есть разные виды рабочих, то есть там в Эльдервейла это драконы, колдуны и воины, а здесь разные виды кораблей с разными назначениями. А также есть треки развития, ну и, конечно, есть какие-то новшества, о которых мы сейчас и поговорим. Но сначала технические параметры. Игра, ну, дорогая, сейчас все дорогое, к сожалению, в этом хобби она стала уже совсем элитным. Она и была относительно элитным, а вот с современными кикстартерами это уже а, просто а, цены какие-то невероятно недоступные. Да, это Deluxe со всякими очень крутыми наворотами, базовая версия, по-моему, там приемлемые 60 или сколько-то долларов. Да, ритейл-версия стоит вполне себе реальные 70 долларов, ну, нормально. Делюкс-версия, ну, примерно в два раза дороже. Чем они отличаются? Ну, давайте смотреть. Первое, конечно, это Game Trace. Для всех компонентов очень удобные родные коробочки, для, где есть для всего места. В жилищах Эльдервейла вы тоже это видели, и это, конечно, ну, круто и приятно. И все, то есть отличие только в геймтрейсах удобных. Ну, если так, то это будет очень легко решить. То есть хотите удобство и красоту, вот Deluxe, кстати. Если нет, то ритейл. Есть тоже фракция, причем вот эта рисовка, по-моему, из какой-то из игр, недавно прошедших и на Kickstarter, и даже в локализации вот такая милая семейная игрушка, которая выглядит очень красиво, но игровой процесс, ну, так скажем, ближе к детскому. Вот, ну проект вы сами можете заглянуть, если интересно. Давайте поговорим о самом важном. Есть ли смысл в этом редизайне и насколько это редизайн? То есть не желание ли это автора просто продать игру еще раз, поменяв сеттинг? И знаете, я немножко поизучал летсплей, я посмотрел, как оно играется, и ну очень похоже на жилище Элдервела, Очень похоже. То же самое практически по всем всем механикам. Есть карты, которые вы разыгрываете от неожиданности. Есть та же боевка на шестигранниках со сравнением параметров. Есть построение собственного движка на основе квадратных карт вместо прямоугольных, как в жилищах Эльдервейла да, есть переработанные механики очень интересно переработана боевка во-первых, она стала намного-намного сложнее и комплекснее, то есть появились не просто броски кубиков, а еще есть параметры у кораблей, там защита броня и так далее, это все нужно учитывать то есть боевку усложнили и сделали ее более такой навороченной и я, я бы не сказал, что это однозначно плюс, потому что, например боевка простейшая и классная боевка жилищ она ну, для семейки как раз идеальна. И нужно ли усложнять? Вопрос. Тут сильно поменяли систему треков, и мне кажется, что это плохо, потому что треки стихи, которые были в жилищах, это очень интересная находка, когда у вас все ваши достижения увязаны со стихиями, то есть и карты связаны со стихиями, и те треки, которые вы продвигаете, потом связ связаны с вашими жилищами, которые находятся в, в элементальных вселенных, которые опять же связаны со стихиями. Здесь это убрали и сделали более евровую механику, то есть здесь движок больше похож на серьезные взрослые евро, потому что все-таки в жилищах Эльдервейла там ну, до достаточно... Достаточно рандомный получается движочек, в зависимости от того, какие карты в подземельях есть и в зависимости от того, какие у тебя карты выходят. И иногда просто не оставить никаких шансов сопернику, потому что у тебя случайно сложилась хорошая комбо. Здесь это немножко пофиксили, сделав игру из ближе к евро, чем к семейке. Потому что жилище Эльдервейла при всей своей наворочности внешне все-таки семейка. Отличие основное в графике, но если честно, фэнтезийная графика, фэнтезийный сеттинг, он, как правило, красивее, чем космический. Вспомним те же Террамистику и проект Гая. То есть, да, проект Гая улучшенный проект, но графически он беднее, чем свой прародитель. Здесь это еще ярче проявляется, но не знаю, на самом деле любители. то есть они постарались сделать даже космический э, сложный сеттинг для оформления очень очень красивым. Вы видите, что графика здесь, ну близка к фэнтезийному и не такой не такая не такая скучная, как могла бы быть у космического сеттинга, как обычно. Да, вот для меня э, я вижу улучшение э, только в боевке, причем это спорное улучшение, усложнение не всегда улучшение. То есть, да, может быть не хватало какого-то дополнительного слоя стратегии в изначальной боевке, ее наворотили здесь, но это не факт, что будет лучше. Ну, поменяли сеттинг, добавили немножко механик, убрали каких-то механик, и получилось вот такое жилище эльдервейла в космосе. А буду ли сам брать? Нет, не буду, потому что для меня и жилище Эльдервейла все-таки слишком семейное. И я в последнее время склоняюсь к другого типа, типа играм. Хотя я могу оценить, что жилище Эльдервейла действительно хорошая игра для таких подвинутых семейных а, ячеек а, игровых. Поэтому мое мнение лично субъективное, что если уже есть, есть жилище Эльдервейла, то брать такую же, в принципе, такую же игру, ну, особо смысла нет. А вот если вы гонялись и искали жилище Эльдервейла, но не смогли их а, приобрести, то почему бы не посмотреть вот этот вариант, то есть получить улучшенную механически, по крайней мере логично, логично предположить, что улучшенную версию, но в другом космическом сеттинге. Вот я бы рассмотрел, если бы у меня не было жилища Эльдервейла. Так как она у меня есть, то эту игру я пропускаю, но с интересом понаблюдаю за Кикстартером, посмотрю за просто проектом и за автором, творчество которого мне понравилось. Надеюсь, вам было интересно узнать об этом интересном проекте. Можете зайти на GameFound и посмотреть самостоятельно, по крайней мере, просто поблизывается. Если... Особенно тем, кто играл или смотрел летсплеев в жилище Эльдревейла. Интересно посмотреть на то же самое, но в переработанном виде.